привет! Это геолокаторы. Команда, которая отправляется вместе с нами сегодня исследовать очередную локацию. Находимся мы сейчас в старом городе Хельсинки, в Ванхакаупунке, в устье реки Ванта. Именно здесь он был основан в 16 веке, но тогда как город не состоялся. А состоялся благодаря строительству крепости Суоменлина или Свяборг. И именно на ее исследование мы сегодня отправляемся. У каждого из нас есть своя цель, и даже не одна. Достигнет он ее или нет, об этом наша программа. Самое время обозначить эти цели. Я ставлю цель исследовать духовность этой локации, потому что Суоменлина имеет очень древнюю церковь. И эта церковь была сначала православной, потом она стала протестантской. Но в любом случае она всегда была при гарнизоне, который там находился. И я хочу отследить, насколько необходимо присутствие духовных служителей там, где находятся воины. Потому что это всегда жизнь и смерть. Это всегда та грань, которую важно увидеть в этом вечность. В предыдущих частях я был пилотом дрона, видел все с птичьего полета, с высока, наши геопозиции, геолокации. Но сегодня у нас дрона, к сожалению, нету. И моя главная цель сегодня – это забраться на самую высокую точку Суоменлина и снять оттуда красивую панораму, как с дрона. Получится или нет – узнаем. Благодаря соседству с Россией и дальними взаимосвязями с ней, Финляндия наполнена артефактами вот этих вот связей России, Финляндии, Швеции, других стран. И так как я живу в России, моя сегодняшняя цель – это поиск вот этого русского следа на территории Финляндии. Моя цель сегодня – найти крутое место и сделать крутое селфи. Я еду в Суоменлина или Свяборг для того, чтобы выяснить, как в течение сотен лет менялись военные укрепления и почему теперь эта крепость потеряла всякое военное значение. Итак, цели поставлены, мы прямо сейчас отправляемся в Суоменлина, что не так-то просто сделать. Крепость находится на острове, а мы на автомобиле. Я же сам для себя ставлю цель посетить тюрьму. Когда-то там была действующая тюрьма, я не знаю, в каком она сейчас состоянии. Тюрьма была довольно-таки демократических взглядов, по принципу санатория устроена. Желаю пообщаться с местным жителем, который живет там, на острове, там есть жилые дома, и проникнуть в туннель, который ведет из Суоменлина на Большой материк. Давно мечтал это сделать, никак не получалось. Очень легко сюда добраться на общественном транспорте. Из Хельсинки ходит паром, и за 15 минут вы уже здесь. Девятка. На остров можно попасть через паром, поэтому я дам десятку, потому что мне на нем очень нравится плыть. Ну, мне кажется, очень хорошая девятка, наверное. Транспортная доступность однозначно десятка. Прекрасно работает общественный транспорт, автобусы, метро. Сюда трамвай, можешь доехать на них. И с этим же билетом можешь попасть на паром, который следует на Суоменлин. Правда, ограниченное время он действует, но прекрасно ходят паромы. Можно приехать сюда и уехать отсюда в любое время дня и ночи. Транспортная доступность 8. Транспортная доступность 5. Сюда можно добраться только на водном транспорте. Ходят городские речные трамвайчики, работает городской проездной, можно добраться на байдарке, зимой можно пройти пешком по льду, но зима внезапно закончилась, лед резко растаял, стоит жара 30 градусов. Есть туннель, но он закрыт для простых посетителей, именно поэтому резко снижаем оценку транспортной доступности, оставляем 5. Позади меня находится лютеранская церковь, храм, здание.
И я знаю, что это самая высокая точка, самое высокое здание, которое есть на этом острове. И всегда было так, что церковь, как здание, оно было всегда выше всех, чтобы люди, они всегда могли найти ее и смогли прийти сюда. И также было показано, что церковь, она изображает величие Бога, поэтому их строили такими большими по сравнению с другими постройками. И сейчас мы попытаемся зайти в нее и найти персонал и попросить, чтобы нам открыли двери для того, чтобы забраться на самый верх. И оттуда откроется шикарный, шикарный вид. Я посмотрела очень много мест здесь, но нашла, мне кажется, самое хорошее место, где сделать очень хорошие фотографии. Мне кажется, это как раз это место, потому что тут очень много воды, и крепость видна, и очень как бы хороший вид. Семьей здесь хорошо, потому что я видел много детей, они передвигаются на велосипедах, например, и можно просто погулять или покупаться в море. 9 баллов. С семьей будет приятно провести здесь время, детям понравится, здесь очень много птиц разных гуляют, с которыми дети могут поиграть. Я думаю, дам 10. Восьмерка. Здесь я видел очень много хороших, качественных детских площадок, много детей сюда ходят, мам с детьми, поэтому я думаю, что здесь не меньше 10. Семейный досуг прекрасен. Идеальное место для походов с детьми. Есть детские площадки, в принципе, место обжитое. И как тихо. Так приятно ощущать, что ничего не грозит. Эти пушки, которые стоят здесь, эти укрепления, они просто выполняют такую роль антуража для туристов, на фоне которого можно делать селфи, фотографироваться. И никакой враг не грозит с той стороны. Мы не видим парусов вражеских или дыма, валящего из черных труб вражеского флота. Но лет 200 тому назад люди, находящиеся здесь, часто вглядывались в горизонт, чтобы разглядеть, движется ли враг, или сегодняшний день можно прожить спокойно и мирно. Это чуть меньше 300 лет назад. Петербург, кстати, был уже основан. И вот через 40 лет после основания Петербурга была основана эта крепость. Она была интересным образом сделана. Видимо, была в том числе и против России направлена. Но я думаю, что и против тех держав, которые находились по другую сторону Финского залива. Здесь жилые районы Суоменлина, здесь живут люди, около 1500 человек. Когда-то я сам мечтал здесь жить, но мечта моя так и не осуществилась. А сейчас я думаю, что это и не совсем-то практично. Но вот здесь рядом с нами коренные жительницы Суоменлина. Давайте возьмем сейчас у них интервью и спросим у них, какова жизнь в Суоменлине. Летом здесь очень много туристов. Хорошо, что нам, местным жителям, вообще здесь остается место.
По утрам здесь спокойно, тихо. А под вечер сюда набирается народу. Особенно если хорошая погода, здесь просто невероятно много людей. Она уже, в принципе, рассказала обо всем. Я здесь жила немного подольше, 50 лет. Переезжала внутри острова 7 раз уже. Вначале я жила в маленьком холодном домике. Там было дровяное отопление. Санузел был на улице. Сейчас, когда я овдовела, переехала в этот дом, в однокомнатную квартиру. Будем здесь жить, пока ноги ходят, а потом переедем в дом престарелых. Не могу ничего сказать о туннеле в нынешнем состоянии. Его отремонтировали, но как-то меня везли в скорой помощи. Да, это было страшновато. Туда простой человек не может попасть. Только обслуживающий персонал и экстренные службы. Но дело в том, что в городе Хельсинки всего две кареты скорой помощи, которые могут проехать через туннель. Зимой у нас здесь нету ни одной пожарной машины. Летом дежурит одна. А когда туннель был на ремонте, тогда скорая помощь не могла сюда попасть, и нужно было на техническом пароме доплыть до материка, и там уже ждала скорая помощь, дежурила, и оттуда уже забирала пациента. Бюджет не знаю, но для нас, нищебродов, это что-то стоит все равно. 5 евро там на билетик на паром, но это обычная цена метро в Хельсинки, например, поэтому тоже девяточка. Вам придется потратиться только на билет, чтобы приплыть сюда. А так, в принципе, бесплатно можно получить хорошие эмоции. Наверное, где-то 8-5 евро стоит билет. Как-то так. Здесь должна быть десятка, потому что здесь с любым количеством финансов будет удобно, комфортно и приятно. Бюджет 5 евро, поэтому для меня это минимум бюджет, да, чтобы доехать сюда, поэтому 9. Бюджет ставлю десятку. Почему? Потому что здесь, как нищеброду с минимальным бюджетом 5 евро, чтобы сюда добраться, будет интересно, так и человеку с большим кошельком. Музеи, магазины, рестораны, совершенно разнообразное меню. Можно зайти в магазин, в сельпо, купить себе булку хлеба и молока. Можно хорошо поесть в ресторане на серьезную сумму, посетить бутики, музеи. Все здесь в изобилии находится. Десятка бюджет. Эта церковь изначально строилась как православная, и в путеводителях сказано, что теперь она перестроена до неузнаваемости, потому что, ну, на самом деле не выглядит она православной, но она вполне себе в стиле крепости, такой крепости 19 века. И когда Свеаборг стал русским после русско-шведской войны, как раз и построена была эта крепостная такая церковь, и она очень выглядит укрепленной, там даже эти окна как бойницы, но архитектор поработал. Здесь дома тоже такого шведского стиля, судя по всему, но они не выглядят частью укреплений, а мы ищем укрепления все-таки, крепостные стены, бойницы, то, как это работало в военных целях. Давайте искать.
Тут как раз рядом крепость, и мне кажется, что, может быть, тут было бы хорошее место сделать селфи. Кроме меня тут как раз все зеленое, лето такое. Попробуем. Тут, может быть, наверное, может быть, тоже хорошее место сделать какое-нибудь хорошее фотографии, потому что тут пушки, они интересные могут быть. Такие старые. И не каждый день увидишь пушку где-нибудь. Сегодня это выглядит как симпатичное окошко, там даже разукрашенное, с цветочками, но вообще это бойница, она так расположена. Это вообще для орудия, а вот это для ружей мелких. И они, вот смотрите, эти бойницы в стене расположены под разными углами, как раз для того, чтобы если кто-то ворвался сюда уже внутрь крепости и думал, что все кончено, вот там даже окошко и видно, какая библиотека, что они попадают в это место, а здесь особенное укрепление. Обычно арсенал тут хранился в таких местах, то есть оружие, боеприпасы, порох. Между прочим, в 1933 году в крепости произошел взрыв как раз в арсенале, когда она была финской этой крепостью, действующей вполне себе военным объектом. И пострадал даже 12 человек вне войны, потому что что-то там противопожарная безопасность не сработала. Сейчас это просто какая-то стена, и не всем понятно, зачем вот эти углубления. Они довольно древние, я думаю, но отремонтированы уже или в конце 19-го, или в 20 веке, уже кирпичом выложены. Как раз, чтобы их как-то облагородить. Сложно сказать, потому что мы не посетили культурных мероприятий. Вероятно, они присутствуют, и даже довольно много. Вот, поэтому 7 баллов. Я не посетил, к сожалению, ни одного театра, ни одного музея, но они здесь есть. И поэтому я дам, наверное, за это мало-немало 8. Культурная ценность, наверное, 7, потому что, да, есть какие-то культурные что-то, но не так много. 9, потому что я ни разу не видел здесь театр, и... Мне кажется, что здесь не так много событий происходит, таких культурных, но думаю, все равно на 9. Культурная ценность тоже поставлю 7, потому что все-таки есть музеи, есть что посетить, есть что посмотреть. Культурная ценность неоценима. Здесь работает летний театр, музеи, рестораны и... И культурные черви вылезают из всех щелей и помогают погрузиться в атмосферу старины с высоты птичьего полета. Кстати, карта, которая
Кирку Пуйсто изображает церковный парк. И вообще здесь даже есть фотография того, как эта церковь выглядела, когда она была православной, когда она была построена в 1854 году. Это была церковь Александра Невского. И, в общем-то, с того времени она как была действующей, так и остается, несмотря на то, что в 1920 году, уже после приобретения независимости Финляндии, она стала лютеранской церковью, она по-прежнему действующая. Посмотрим внутреннее убранство церкви, но мне интересно увидеть, как устроена ограда церковная. Я еще нигде не видел такой церковной ограды. Она выполнена в виде стволов орудий. И, в общем-то, это еще раз подтверждает мою мысль, что очень многие люди становятся верующими, когда начинается война. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, у нас так говорят. То есть такая воинствующая вера. То есть когда начинается война, все люди вспоминают о Боге. И это одно из предназначений церкви, говорить о том, что есть что-то после смерти. Многие люди начинают задумываться действительно об этом, когда идут на войну. К сожалению, это так, потому что война – это всегда смерть. И человек начинает думать, а что же ждет его после того, если вдруг его убьют на войне, что же ждет его после этого? Куда он попадает? Пройдемте внутрь. Вот это место самое главное в крепости Свиаборг или Соуменлина. И здесь, что приятно русскому взгляду, производство пермского сталепушечного завода. Это огромное противокорабельное орудие, которое направлено в сторону Швеции. Конечно, до Швеции оно не добивало, но если сюда приходили корабли, как, например, во время Крымской войны здесь обстреливали целый флот неприятельский, всю эту крепость, ну, без большого успеха, но все-таки эти орудия могли им сильно ответить, так скажем, да, вот эта вот штука, похожая на виселицу, на самом деле предназначена для того, чтобы цеплять довольно тяжелый снаряд и подводить как раз к пушке. Здесь затворного механизма уже нет, но все остальное, ну, не все, конечно, здесь еще были рельсы, по которым она поворачивалась. Как это все работало, кстати, можно отлично посмотреть в советско-финском фильме, который называется «Свиаборг. О восстании солдат русских в этой крепости в 1906 году. Ты готов к принадлежности? Это снаряды? 8-9, 2 заряда Фрокер, быстро! В центре острова самое высокое место – это церковь. И явно, что она когда-то была очень посещаем. Это мощное здание с налетом немножко военного милитаризма такого, потому что вокруг там пушки с цепями стоят. Но 7 баллов, я думаю, можно дать. На острове присутствует храм, лютеранская церковь. И я не знаю, сколько здесь верующих людей, но то, что здесь есть церковь, это очень классно. Поэтому я дам, наверное, 8. Я дам 9. Духовная составляющая. Я думаю, что в таких местах всегда есть церковь в исторических. И она открыта, она действует, там горят свечи, там есть песенники. Я знаю, что здесь проходят также иногда богослужения, поэтому ставлю 9. Духовная составляющая для меня, наверное, 8. Потому что здесь есть действительно церковь, которая действует сквозь века, которая, несмотря на то, что она была православная, потом стала протестантской, она все равно сохраняет свою ценность, является светом этому миру, является маяком действующим и является примером для нас, какими должны быть мы. Поэтому 8, даже может быть 9. Духовная составляющая, церковь открыта, в нее можно зайти, почитать места писания, сборники, проходят богослужения. Поэтому духовная составляющая на 8.
Я думаю, что нет лучшего места, наверное, даже во всей Финляндии, чтобы найти русский след здесь. Потому что, да, в боях в 1809 году, когда в конечном итоге уже была окончательно побеждена Швеция, Россией, этот остров был сдан практически без боя, и здесь обосновалась надолго Российская империя, которая даже выдержала здесь достаточно серьезные бои во времена Крымской войны. С той стороны подошла вражеская эскадра. Остров бомбардировали из орудий такого, знаете, гаубичного типа, или как мортиры такие, которые так вот, да, могли перелетать через стены. И множество разрушений было на острове. Были разрушены склады, были взорваны казематы, хранилища для боеприпасов, пожары. Были также жертвы среди мирных жителей здесь находящихся, это членов семей военных. Но, несмотря ни на что, остров не был сдан. Враг не смог сюда попасть, не смог сюда пройти. К сожалению, во время Крымской войны пришлось сдать Севастополь, пришлось потопить флот российский. Но вот эта крепость, находящаяся за более чем за 3000 километров от Севастополя на севере, в северных морях, она устояла, она удержалась. И сводная эскадра французов и англичан так и не смогла ее взять. И здесь все пропитано, знаете, вот этой историей России, Швеции, Финляндии. Остров назывался Свеабарг, что значит шведская крепость. Теперь называется Суоменлинна, финская крепость. И с 17 года начинается славная история финского государства, а также финской армии, которая прошла тоже с достоинством, с честью через многие испытания, которые выпали на ее долю. И здесь возле церкви мы видели памятник Эстелла, а также табличка на церкви о том, что в 1939-1940 году здесь были похоронены погибшие. Понятное дело, что они погибли во время войны с Советским Союзом. И это тоже такой печальный, такой скорбный след, который оставила здесь наша страна. Остров, который сам собой, конечно, когда-то образовался, такая скальная мощная порода, потом был преобразован в защитную крепость, построены стены каменные, мощные, поставлены орудия, такие тоже довольно огромные. И эта крепость стала неприступной на сотни лет. Сейчас уже, конечно, она отдана туристам, здесь можно просто ходить, лазить и получать удовольствие от вида, в том числе на морской залив. Отсюда видно маяк, который расположен наверху крепостной церкви, которая была и лютеранская, и православная, теперь снова лютеранская. И вот здесь флаг развивается финский, тут все равно остается военная часть. То есть какое-то стратегическое значение Суоменлинна или Свеабарг, шведская или финская крепость, до сих пор имеет. Очень великая, я думаю, на девяточку тоже. Этот остров пахнет историей Финляндии, России и Швеции. Я дам десяточку. Тут очень много интересных есть крепостей. Думаю, девятка тоже. Историческая ценность однозначно 10. Здесь все просто пропитано, переплетено все историей сразу нескольких стран. Историческая ценность 10, потому что действительно много истории у этого объекта, у этой локации. Историческая ценность – это десятка однозначная. Каждый уголок здесь просто кишит историей. Исторические черви выползают из щелей, напоминают нам о истории Финляндии, России, Швеции и просто погружают нас в атмосферу старины с высоты птичьего полета.
зашли в церковь и посмотрели здесь внутри самого помещения, где проводится богослужение, но сейчас я не нашел ни одного человека, ни одного служителя, кто бы мог бы мне ответить на пару вопросов. И позади меня, наверное, находится офис. Я надеюсь, что это офис, а не туалет и уборная. И она закрыта, но если я постучусь, то, может быть, там кто-то есть. Церковь открыта, но никого здесь просто нету. Так, это у нас уборная была, не лестница наверх. Ну, я попытаюсь во все двери постучаться, я попытаюсь найти хоть кого-нибудь. Что такое? Лишь бы не работать, а? Туда, по идее, идти нельзя, но... Я рискну, я нарушу правила на камеру и схожу, постучусь. Дальше я идти не буду. За моей спиной находится территория тюрьмы. Как мы выяснили, это тюрьма действующая до сих пор. Тюрьма молодая. Несколько десятилетий назад было построено. Местные жители еще помнят времена, когда этой тюрьмы здесь не было. И вот перед нами забор, который эту тюрьму ограждает. Здесь надписи, в том числе и на русском языке, о том, что ходить по ее территории запрещено. Тюрьма открытого типа, то есть... Ее содержанцы обязаны в ней ночевать. Все остальное время они в свободной форме ходят. И мне интересно, не боятся ли местные жители вот такого интересного соседства. Ну, на ее территорию мы заходить не будем, но попытаемся с кем-нибудь пообщаться, может быть, кого-нибудь увидим, позовем. Вот здесь уже тюрьма, в принципе. Ну вот, надпись «Трудовая колония», «Поселение». Такая колония, я бы в ней посидел. В таком месте живописно, интересно. Но даже завидую я в какой-то степени им. Ну, не в том, что они сидят, а в том, что в таком классном месте находятся. Вот. Надписи, которые говорят, что это трудовая колония, открытого... Ну, в принципе, колония-поселение вполне... Вполне понятное русскому человеку явление. Просто колонии-поселения были далеко-далеко в Сибири. Там, откуда, ну, особо и не выберешься. То есть закрывать нет смысла, потому что вокруг ничего нет. А здесь наоборот. Историческая крепость, центр города Хельсинки рядом. И вот такое интересное явление. Ну, давайте я сейчас попытаюсь кого-нибудь... Вон, там есть человек. Терве! Отку ванкила нас указ. Сако хаста тела синут. Ну вот мы увидели одного из заключенных, но он сказал, что брать у него интервью нельзя. Я не знаю, нельзя, потому что закон не позволяет, или он просто отказался. Вот. Вам здесь нечего делать, нечего здесь снимать. Уходите отсюда. Нечего приставать к нашим работникам. Уходите отсюда. Это ваши работники? Да, уберите камеру, убирайтесь отсюда. Стало быть, нельзя снимать здесь, да? Нельзя снимать. Это частная жизнь. Все, что относится к тюрьме, это все частная жизнь, нечего сюда лезть. Забирайте камеру и валите отсюда. Иначе будем разбираться с вами по-другому. Хорошо, вопрос. Хорошо, когда они снаружи тюрьмы, у них нельзя брать интервью. Нельзя, нельзя вообще, да, нельзя вообще. Сегодня мне не удалось как-то получить море эмоций, потому что
Я был все время привязан к машине, мы передвигались на ней по острову. Если бы на весь день приехать и самому побродить, погулять, наверное, на девяточку точно, а так 6 баллов. Я был здесь много раз на этом острове, и каждый раз, возвращаясь сюда, мне он нравится. И тем более при такой хорошей погоде я дам 10. Эмоции, наверное, 8. Я не перестану любить это место, хоть и был здесь несколько раз, но всегда чувствую здесь себя прекрасно и хорошо, и всегда нахожу для себя что-то новое. 10. Эмоциональная оценка тоже в районе 9, потому что очень знаковое место, и я испытываю сильные эмоции, посещая его. Эмоциональная оценка сложная, потому что охранник вел себя очень агрессивно и испортил настроение. С другой стороны, местные бабушки, которые к нам были дружелюбны и рассказали о жизни в Сомен-Лине, добавляют позитива. Ну и, наверное, вот этот вот технически огромный, мощный паром, на котором мы возвращаемся, возвращает эмоциональную оценку в нормальное русло. Поэтому твердая 3. Звуки. Мы на территории, где, по идее, нельзя быть, но я знаю, там есть люди. Я слышу эти звуки и, не знаю, я боюсь туда заходить. Может быть, здесь? Не хочется быть таким наглым прямо, но... В общем, здесь многое написано. Давайте мы попытаемся еще туда зайти. Ну, все-таки мы телевидение, мы типа можем везде же снимать. Не знаю, что нам скажут. Так, окей, там выход. Это не то. Так, подожди. Так получается, что люди с улицы были, что ли? Я боюсь, чтобы сигнализация здесь не заработала. О, там я сейчас люди открою. Мой, Андрей. Mä olen Alfa TV:ltä. Kuvataan Suomen linnassa ohjelma. Mulla on kysymys, onko mahdollinen jotakin päästä kirkon ylös? Torniin. Joo. Te olette nyt kuvaamassa. Joo, okei. Okay. No okei, okay, kiitos. Joo. Нет, мы не попадем наверх. Мы только что... Камера не была включена, но я нашел все-таки человека, который там занимается чем-то. И он сказал, что смотритель, у которого есть доступ наверх, его сегодня нет на работе. И, к сожалению, сегодня мы туда не попадем. И это... Я не знаю, я, наверное, не буду залазить никуда на другие здания. Это опасно и как-то не очень даже классно. Мою цель я сегодня провалил, можно сказать. Но я попытался. И, в принципе, я знаю, что сюда можно попасть. Здесь очень хорошо устроено все, потому что рядом с орудием есть такие укрепленные подземные казематы, где хранились и боеприпасы. И в случае обстрела можно было бы расчет спрятать. Мы сейчас сюда пройдем. Вот здесь можно спрятаться. Чувствуете, какая акустика, камни звучат. Те самые исторические камни, которые были здесь и 100 лет назад. Конечно, я думаю, что электрических фонариков не было тут у солдат. И наверняка, если были лампы, то они были закрыты, потому что вокруг порох. Но если тут закрыть двери и вообще закупориться, то там никаких источников света нет, никаких окошек, естественно, тоже. Интересно, что внутреннее убранство церкви уже совсем не напоминает православный храм. Это уже настоящая протестантская церковь со скамеечками, с кафедрой.
светлая такая, с окнами. Но по-прежнему вы можете совершать здесь молитвы, и по-прежнему вы можете здесь искать Бога. В общем-то, для этого церковь предназначена, но самое интересное предназначение этой церкви находится вон там, наверху. Потому что там, наверху, находится маяк, и этот маяк действующий. Есть даже такое место в Библии, где написано, что вы – свет этому миру. И, в общем-то, это призвание церкви – быть светом этому миру. И интересно, что это церковное здание выполняет это предназначение, оно является этим маяком, является светом, и в плохую погоду оно работает как для кораблей, так и для самолетов, которые сейчас летают, и они видят, где находятся координаты, сразу видно, потому что маяк, он светит в любую погоду. В общем-то, так и мы, верующие, должны светить в любую погоду, в любое время, война, не война, но мы должны являть свет этому миру и быть солью этой земли. Наверное, можно здесь весь день или даже несколько дней провести, если ходить по всяким музеям. В общем, выбор велик по времени, так что девяточка. Я бы выделил целый день на то, чтобы с друзьями приехать сюда, устроить пикник при таком летнем солнце. Десятка. На острове можно весь день провести, я думаю, девятка, да. Временные затраты тоже ставлю 10, как это ни странно, потому что здесь можно провести как и 2-3 часа, так и провести здесь целый день, и вы здесь не устанете, и вам не станет скучно. Временные затраты от 3-4 часов до целого дня, поэтому семерка. Светового дня достаточно, ставлю семерку. За моей спиной находится узкий морской пролив, по которому в настоящее время большие круизные лайнеры из Таллина и Стокгольма попадают внутрь гавани Хельсинки, подвозя туристов практически к центру города. После строительства крепости Суоменлина вот это осталось единственным проливом, по которому можно было попасть туда, внутрь морского залива. Дело в том, что с другой стороны архипелага, на котором построен комплекс Суоменлина, очень малые глубины, и та сторона является не судоходной. И даже в зимнее время она полностью замерзает, и в Суоменлина можно попасть пешком. Так вот, после строительства Суоменлины, сами того не подозревая и не планируя, шведы сделали обитаемыми все окружающие берега. Прежде всего, гавань оказалась закрыта крепостью, на ней можно было безопасно существовать. А во-вторых, цивилизация, которая появилась здесь, в крепости, во время ее строительства и дальше жизни военных гарнизонов, они обзаводились семьями, детьми, нужны были детские сады, больницы, библиотеки и прочая инфраструктура. И постепенно отсюда, с острова, цивилизация переметнулась на берега, они стали обживаться, оказавшись в безопасном месте. И тем самым город Хельсинки в 18 веке получил свою вторую жизнь. И в таком виде, как сейчас, он состоялся именно благодаря строительству крепости Суоменлина. А старый город, откуда мы начинали нашу поездку, так и остался историческим местом, находясь далеко-далеко-далеко сейчас от исторического центра города Хельсинки, что бывает крайне редко. Обычно место основания городов является его ядром. В Хельсинки все по-другому.
церквях всегда горят свечи. И где бы ты ни находился, в православной церкви или в протестантской, но свеча символизирует те молитвы, которые люди возносят Богу. И одновременно свеча является тем самым светом, которым и мы должны быть этому миру. Потому что свет, он освещает тьму. Он, какая бы тьма ни была, но загорись пусть самая маленькая свечка, но она развеет эту тьму и станет свет. Так что давайте будем светить своей жизнью так, чтобы люди видели Бога. И возвращаемся из Сомен-Лина мы на техническом пароме, на последнем, в половине четвертого, покидаем остров. Те же билеты, которые мы взяли на пассажирский паром, действуют и здесь, поэтому все нормально, все хорошо. Но гораздо он более атмосфернее, антуражнее. Посмотрите вот на эту силу, мощь. Общая оценка 8 баллов за Сомен-Лина. В общем, мне очень понравилось. Прекрасная погода, хорошее время, эмоции. Я дам 10. Общая оценка 10. Общая оценка 9,5. Ну, чтобы не было прям совсем идеального места. Вот. Но мне здесь очень понравилось. Общая оценка, я думаю, где-то в районе 8. И я рекомендую этот объект для посещения всем. Общая оценка 7. Я в этом месте был много раз. Думал, чем оно меня может удивить. Хотел изучить тюрьму, но... охранник все испортил, поэтому снижаю оценку. Это была программа «Геолокаторы». Очередная геолокация исследована. Попытались мы взглянуть на это популярное туристическое место немного под нестандартным углом, за что немного огребли от охраны тюрьмы, но... оставляем на ваш суд эту программу и прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы получать первыми наши новые видосы, а также участвовать в наших прямых эфирах. Предлагайте геолокации для исследования, и группа вот этих бравых ребят и девчонки обязательно посетит вашу геолокацию. Будьте смелы. Все, погнали.